На, 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 на. Нет, не надо. А я тебя оскорблю, на. Все, есть, за... Брось меня, подлец! Да брось меня, блин! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем Гамбит. Пацаны, поздоровайтесь. Здоровченко. Привет, если петь, кушайте, приятного аппетита. А у нас Гамбит, веселье и угар. Погнали. Ты что, думаешь, меня вырубит? А я тебя вырублю. Пошел отсюда, щенок. Я опасный объект. О, как ты зацепился, вы видели, я его кинул, он зацепился. На тебе в воздухе. Я всю ночь тренировался во сне в эту игру, поэтому я буду сегодня играть лучше, чем в той серии на 1%. Так, Димка, смотри, я сегодня всех вырубаю. Ну, как это мои подписчики, я сделаю так, чтобы они сами поупадали. Но если кто-то останется один, то будет настоящая битва на смерть. Так, подожди, я же полицейский. Полицейского нельзя бить. Так. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, которые нашим зрителям и подписчикам очень сильно нравятся. Поэтому любой может из зрителя превратиться в подписчика. Что для этого надо сделать? Правильно, подписаться на наш канал. Если кто хочет с нами записывать классные ролики по разным играм, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Так, я сейчас палку возьму. Тихо, слышь, ты, баран, че кто там? Ален. Ого, я сразу так понял, что это Гусанёк. Гусанёк, кстати, один из лучших игроков, да, по Гамбитсу? Да, да. Давайте сегодня мы разоблачим его и сделаем так, чтобы он, на, щенок, пошел отсюда. Разоблачение как-то... Я хочу, чтобы он проиграл. Ой, я сегодня вырубатель 2.0. Не-не-не, чувак, это так не пойдет. Блин, вот это я зацепил. Ай, блин, я вспомнил, что стены скользкие, поэтому не получится. Эй, тихо-тихо, не пожалуйста, не пожалуйста. Вырубатель 2.0. Тихо. А что ты так вырубил меня? Ты еще какой-то запрещенный прием используешь, да? Так, давайте, давай, иди сюда. Короче, у меня кличка скрытый 2.0. Динозавр. Слышь, я в UFC 4 хорошо играю. Я не видно! Ты че меня взял? Подождите, ага, вот так схватить. Мразь! На враги! А, кто-то еще, да, умирает? Я так понимаю, что сегодня... Тихо-тихо, Димка, вставай! Сосиска, сосиска, вставай! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Нет, не должен выжить, не должен выжить, отлично. Давай, бей его, бей. Тихо, тихо. Эй, ну пожалуйста, не выкидывай, я тебе дам подстрачника. Надо выкидывать в окно. Эй, не надо выкидывать меня в окно. Вот это мне нравится, буду подлетать. Кстати, игра очень сегодня классно идет, оптимизирована вообще прям чётенькой. А чё у меня мышка постоянно в игре светится? У вас так же само? Да. А, я думал, то у меня может какой-то баг. Нет, чувак, если мы упадем, то мы упадем вместе. Нет, нет, беги от гусанька. Гусанек вообще псих какой-то. Господи, а тут можно взять жопалку, да, и палкой выкинуть? Есть! Есть! Гусанек, ну что? Ты понял, что я уже тренировался всю ночь? Итак, да, я понял. Да, легендарная битва Димаса и Пика. Кто победит? Ребята, наконец-то я вспомнил, как играть в эту замечательную игру. Очень крутая игрушка. Очень. Ребята, вы верите, что я выиграл? Я сам не верю в это. Я просто вспомнил, что надо головой постоянно еще бить, на контрол нажимать. Поэтому бейте головой, если вы хотите урубать. В игре Гамбит, в реальной жизни так делать не надо. Надо бить с локтем. Так. Тихо, тихо. Вырубай, вырубай. Так. Щенок, ушел. Полицейский сегодня очень злой, очень. Тихо, полицейский, полицейский дом. О, двоих. Ну что, преступники? Сегодня... Тихо, тихо, не бей полицейскую, за это тебе в GTA уже дали одну звездочку. Блин. Настроение отличнейшее. Люблю такие игры, тебе можно реально поугарать. Эй, вы что там кидаете с едой? Едой нельзя кидаться. О, гуд. Замесимо такое. Слышь, сейчас стеклом тебя порежу. Тихо, тихо, тихо. Ты мне руку решил скрутить? Да. И я тебе... Блин, еще и в воздухе, видели, меня красиво вырубил. Так, ну что, я болею за лучшего игрока, которого уже скинули. Да, блин, Гусанек, ты че, у тебя минус один левел за все это время? Так, я помню. Не, что делаешь? Простишка, ты че, Человек-паук? Пика, ты хорошо играешь, да? Ну да, меня Саня научил. А как он тебя научил? Ну, он мне сказал, как он направление мне подсказал, но... А какие-то фишки секретные можешь подписчикам сказать, как в эту игру круто играть? Давайте, пацаны, боритесь, боритесь. Я тогда играю за Пика, раз его учил лучший учитель по игре Гамбит, значит, он должен победить. Давай.
Я могу рассказать, как лучше играть в эту игру. Давай, давай. Во-первых, ее надо иметь. Желательно... Как это странно у тебя. А, куплено. Понял, то я не так понял. Это какие-то странные ты советы мне даешь. Я вообще помню, как это возможно вообще-то сделать? Потому что это удобнее. Так, давай выкину этого вонючего. А кто это вообще? Кто клоун, строитель? Кто-то мне звонит во время съемок. Все нормально, все. Мне постоянно звонят во время съемок. Да, мне... Да господи, опять! Ребята, напишите сегодня в комментариях, какая игра больше всех вам нравится. Если будет какую-то игру очень много расписать, я эту игру сниму на свой канал. Там вообще динозаврик на шпагат сел. Давай, 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 давай. Слушай, Растишка, давай. Вы драться будете? Немножко сделаешь себе эту гимнастику, и ты будешь уже растянутый, Растишка. Давай, давай, контр нажимай. Короче, бери его за волосы и тяни его вниз туда. Прыгай. Давай, 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 прыгай. Наваливай, наваливай. Прыгайте. Короче, за рога его бери. Бери за рога и крути. Прыгайте. Один, есть! Да. Ну что, Пика, я в тебя верю. Все-таки гусанек тебе передал свою силу гамбица, и ты за это получил по башке. Я передал ему силу биться в полы. Есть, красавчик. Нет, Пика, давай, я в тебя верю. Контр, давай. О, так подожди, я думал, тот того вырубил. Смотри, как камбэк называется, да? Пика, давай. Так, отлично, отлично, хоть пацаны. Хоть все равно, что ты меня скинул. Новая тактика. Отличнее. Если вот с нами будет играть, то надо его на другие братики дать. Неудобно было. Ну да, там камера немножко загораждается и не видно. Дай его, давай. Мой давай, ученик, мужик, я давай. В тебя верю. Слушайте, а можете задать вопрос? Ух, вам нравится саундтрек в этой игре? Давай. Есть! О, красавчик! Молодец, давай. Пика, не зря я в тебе этот не сомневался. Не сомневался. Что это за поза? Так, у нас по одному очку. В принципе, как и у всех людей, но немножко они в той стиле. Настроение классное вообще. Ну что, полицейский вспомнил свои навыки. А тут будет льдины ломаться, вы не помните? Они тают потихоньку. А, тогда придется вырубать вас быстрее. Растишка, слышь, ты кого вырубать собрался? Негодяй Иванович. На, ушел. Отлично, двоих, вы видели, как я двоих вырубил? Ну что, Растишка, не такой крутой, это моя лампочка. Отлично, отлично, ребята, я сегодня на высоте. Еще один ушел. Давай, чтоб ты утонул. А там еще, я вижу, игроки есть. Быстрее бежать. Эй, нет, Димка, тихо, выходи. Нет, полицейский, тупо упал между льдинами и утонул. Блин, ну такой герой был, двоих красиво вырубил вообще. Ага, гусаня как сюда применяет тактику крысы. Давай, двоих сразу, как я... А, нет. Все, рога, ты ушел. А что с льдиной так легко и тяжело выпрыгнуть? А, нет. А как ты ноги вверх поднимаешь? Ну напомни, как это нажимается? Контрол и пробел. Блин, надо было с рака вперед, надо было запрыгивать. Ого, ты прям чуть ли не сальтухи делает. Чубызаврик тоже, да, хорошо играет? Ого, смотрите. Так ты брейк лобаешь? Офигеть, я не знал, что так можно. Блин, давай на тебя переключись, будем смотреть на гусанька, как он играет. Давай, за ноги его и воду. А яйца? Есть, отлично, отлично. Давай, бей его в воде. Все, утонул. Вдвоем победитель у нас остался. Зебра, ну ты молодец. Ну, Сайбер, Зебра, как угодно его можете называть. Потому что в Дискорде у нас Зебра он. Ну что, у каждого теперь... У троих по одному очка. Ого, вот это прописал какой-то хипстер какой-то. Слышь ты. На. Что? Ого, там, ладно, ты ожил. Надо возле крыши лупить. А я буду вас убивать. Я сейчас палку эту возьму. Слышь, кого этой палкой набить? Иди сюда. Слышь, на. Гусанек, ты понял, что сегодня со мной шутки плохи уже? Да, я понял уже. Я, знаете, для меня это первый раз, что я гусанька вырубил, потому что он реально хорош. О, кепку у мента сбили? Да я вас двоих щенков. Ай, ладно, ладно, по рукам пошел. Нет, не надо, пожалуйста. Я тебе дам посрача. Так, отлично, отлично. Вставай. Блин, конечно, полицейский без кепки, это не очень-то и весело. Ну ты лысый, просто тебе холодно. Слышь, я тебе сейчас вентилятор засуну. Эй, я тебя поднимал, а не ты меня. Нет, стой. Вырубили копа. Давай, вставай. Отпусти меня, глуп. Отлично. Идем сюда. Подождем, пока они друг друга поубивают там. О, картина. Я могу между игроками? А, нет, когда я... Подожди, это что у нас?
Га, можно галочками играть. Кстати, Тима, там... Тихо. Эй, ты чё за ногу хватаешь? Нет, я тебе не дамся. Буду держаться за крышу. Эй, ты как, ты жопу мне даешь нюхать? Не надо этого делать. Я тебя сейчас за это вырублю. Эй, тихо. Эй, не надо. Мою улетели. Да ты, блин, самоубийца какой-то. Так, гусанёк живой. Гусанёк, а, вырубили его. Ещё там посливались. Есть. Тима, я вот еще один такой совет, это когда тебя хотят скинуть и выкинуть, надо это держаться за врага, чтобы не скинули. А я так и делал, поэтому этот вместе со мной упал. Да. Эй, ты че камеру ломаешь? Чтоб не следили за нами, как мы снимаем тут. Ты че, они я понял. Это, не сможешь следить, они будут. Да как? А как ты? Ты хотел попонтоваться, да? Нет, я. Ничья будет или как? Супермен. Очку дали? Очку. А мне такие данные говорите не по очку, а по звездочке. А, ну да. Стой. Ты меня сам тронул. Тихо. Вот, Дима, иди на лестницу, там весело, там как качельки. Иду. Дима! Там конец лестницы. А лестница может отвалиться, да? Вот. Вы подлецы, вы обманули меня, блин, да вы голимы, вы меня обманули, еще один улетел, блин, зачем я, все, я вас больше не буду слушать. Не меня, не нас, а зебру, он тебя. Так, давай, гусанек, я в тебя верю, ты пробел сейчас держишь, да, чтобы быстро бежать? Да. А, пробел быстрый бег, а я, блин, shift нажимал, а shift руки вверх поднимает, все, буду знать. Пошел в жопу. Это вы что, сдаете кросс? Давай, зебра. Ой, гусанёк, я в тебя верю. Ран, Саня, ран. Так, у нас зебра, ран. Чебузаврик. А Чебузаврик, наверное, выиграет, потому что он там внизу зашкерился. Блин, ну видно то, что у Чебузаврика стальные яйца. Давай. Есть. Давай, в Чебузаврика. Ого, а как ты кидаешь сильно прям? Вот это прям как в фильме. Задержался в воздухе. Я еще живой. Блин, мне нравится, как Чебузаврик чувствует игру. Он прям, знаете, как будто реально управляет игроком. Хотя управляет. Смотрите, как ты так кидаешь сильно игроков? Да я не умею кидать, это просто случайность. Да какой случайно? Ты уже несколько раз кидаешь, блин, чуть ли не на 100 метров. Ты хочешь его достать? Давайте. А у него могут руки устать? Он может упасть? Да, он может. А ты можешь туда к нему спрыгнуть, типа? Сейчас заиграется. А ну-ка. Нюх. Фу, говно. А давайте переключимся на Чебузаврика. Чебузаврик какие-то слетухи делает. А он может по стене же вылезти, да, к тебе? Нет, тут стена скользкая. Да не вообще... Да смотри, он вообще... Все, ты выиграл. Ну, Сонёк, ты получил первое очко за сегодня? Блин, классная карта. Это с осьминогом большим? Да. Ну что, на тебе, щенок. Дима. Есть, утопился. Стой. Я тебя буду за волосы держаться, подлез ты этакий. Вот творится что-то ханалистическое. Слышь, ты. Ого, Чебузаврик, ну что? Ой, Валера ползет, смотри, Валера ползет. Пошел отсюда. Эй, хипстер, мы сейчас тебя вырубим. Не, я вырубился. А когда осьминог начнет щупальца свои распускать? Он уже. Валера, ешь его. Все. А куда он будет первые свои щупальца направлять? А, рандомно. Так, Валера, вот жертвоприношение, вот олень, вот этот вот. Держи его, поешь. А, блин, скользко. Что, там схватили кого-то, не? Дим, как же... Ну, утащи. На, тебе. Дима, смотрите, он меня сейчас вытащит. Дима, садись на лавочку, расскажем друг другу истории. Друг, смотри. Не трогайте, не буду трогать. За волос сейчас скину. Есть. А. Я тебя скорбил осьминогу. Надо бежать. Нет. А если держаться за что-то, осьминог все равно утащит или нет? Давай, да. Растишка, Тимец. Он просто тебя, этот, под крючку. Я тебя вырублю сейчас. Да я себе, я... Тихо. Отвали, осьминог. Это мой друг, он меня тащит. Надо бежать от этого осьминога, я его боюсь. Я боюсь. Слышь, ты. Ого, двоих вырубил, это реально? Валера. А я полицейский, я тебе знаешь, что за это сделаю? Я тебе перехвачу. Я сейчас тебе скраблю этому челику, да. Держи его. Да. Нет, не надо. А я тебе скраблю, на. Все, есть, забрали. Брось меня, подлец. Да брось меня, блин, это реально. Есть, я вылезу. Я тоже. Я вылезу.
Я живой, да, еще? Не трогай. Да, мы за... Не трогай. Нет! Все. Дима, ты... Я не вижу себя, я себя не вижу. Ай, я ушел ко дну, нет, осведок. Блин, знаете что, хотел его оскорбить, а попался сам. Блин, знаете, если бы ты меня не держал бы, я бы, вот этот под лавочку залез. Если бы он меня не держал за руку, я бы выжил. А так, получается, не смог. Ты что, прячешься под лавочкой, лавочка по башке его, давайте. Это такой... Придавило. Лавочка в народе. Если так залезть под лавочку, это в народе бункер от осьминога. Но. Так, сколько еще игроков? Трое, да, осталось? Да. Ай! Да, трое. Гусанёк еще живой, удивительно. Я но! У меня был вьетнамский игрок! На! Есть, все, гусанёк ушел. Я за Вьетнам! На! Осьминог его ударил, вы видели щупальцей? Он прям какой-то агрессивный, да, становится осьминог жестче? Да, у него, смотри, сколько. Так. Смотри, жопа вверх вылез как-то. Это мой поле... Вырубил, как ты это сделал? Доска его придавила, а не? Ого, какой-то прыгун. Это я вот так взял и shift зажал, и все. Ура, поехали. Моя новая... не трогай. Ура, убиваем пика. Все, держи. Щуп. О, я думал, только игроков хватает. А, да, все. Гусанька, есть, все. Нет. Гусанек, это тебе отместочка за те разы, которые ты меня выигрывал. Все, сожрал. Так, у нас пика остался. И чебузаврик. Спайдермен. А, чебузарик соскользнул. Сейчас тебя схватит за это. Все, пика выиграл. Чебузаврик, давай. Правда? Да, все, пика, ты выиграл. А нельзя по щупальцам бить руками, и он тебя бросит. А не, смотри. Да как ты вырвался? Валера, я что говорил? Он неудачник. Ай, давай. Растишка и пика в фильме «Осьминожка». Да иди. Есть. Да, и скинулся. Вы видели, как это карма называется? Хотел скинуть его, как я, с щупальцами. Ой, господи, там щупальца в баге, там она сквозь стекло проходит. О, блин, есть, все. Чебузаврик выиграл. Смотри, какой живучий. Тут еще плавать можно. Растишка. Но вырубил. Опа. Она реально заругалась. Ну что, давайте, лучший боец, лучший сейчас будет у нас. Вот сейчас его заберем. Да быстрее. А можно лавочку ему дать вместо себя, да? Или мы сейчас отдыхаем, или у нас ничья. Смотри, есть! Вот туда его. Все. Надо было с его собой. Чебузаврик победитель, красавчик. Господи, что там за аттракцион идет? Молодец. Чебузаврик победил. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще с пацанами поиграем.